Йоу-йоу, с вами Стаффи, и сегодня я играю на Вайм Ворлде. И сегодня в этом видеоролике я расскажу, как я купил плащ на Вайм Ворлде, и также, как я, типа, покажу несколько моих каток на Вайм Ворлде. Ну, давайте без лишних слов и погнали. Ну а перед началом видеоролика я бы вам хотел порекомендовать нашу гильдию на Вайм Ворлде. Называется она SQ Gang. Чтобы в нее вступить, вам надо всего лишь написать либо Зорги UT, либо Койси. Нам многого не надо, кидайте 1000 коинов, когда зайдете в игру, и все. Но мы переходим к видеоролику. Сначала мы сходим в дуэльки чуть-чуть, чтобы размяться, в принципе. Потому что, ну почему бы не размяться перед тем, как идти в Skywars всякий. Я сейчас, скорее всего, сольюсь, потому что, ну, я только запустил Майнкрафт, поэтому я буду плохо играть. Так, ну я затащил, и теперь мы переходим к следующей дуэльке. Так, ребят, вот и началась наша следующая катка. Потом будет Skywars, потому что мне две дуэльки хватит, чтобы размяться. Да, ребята, если кому-то, кто-то хочет поиграть с моим ресурс-паком, я его оставлю в описании на скачивание. Если хотите, можете скачать. Так, но против вот этого челика я не смогу, потому что он, походу, какой-то жесткий, я не смогу против него. Против победить, точнее, заговаривать, ребят. На, попал. Все, теперь атакуем. А, найс, он похилился на все хп. Понимаю. Ну, я его тоже выиграл, и мы переходим к Скайваксу. Итак, ребят, вот и началась наша катка, я решил запустить Lucky Wars, почему бы и нет. Итак, я скажу, как купил себе плащ. Купил я себе плащик за 50 вымеров, а то есть за 50 рублей. Да. Понимаю, у меня тут происходит. По мне уже стреляют. Короче, купила я его за 50 вимеров. Сейчас я вам его покажу. Он у меня вот такой, топ. На белом фоне еще он 3D-шный у меня. В принципе, я не пожалел деньги, потому что, ну, я часто играю на Вайм Ворлде. В Ворлде, почему бы и не купить себе плащ. Подумал. Поэтому я решил себе купить плащ. Так, сейчас мы попытаемся выиграть эту каточку, но я сомневаюсь, что мы сможем, потому что у меня даже лука нету, а тут обычно все лука дрочат. Меч у меня попался нормальный, стокни вам. Вот, например, вот этот стрел может. Понимаю, мне сейчас что-то может. Там челик. Я убегу лучше. Потому что у меня совсем нет хп. Походу сейчас будет ПВП вот с этим челиком. Пипец, что происходит? Ну вот этого челика мы сейчас заберем. Да он что тут делает? Пошел ты. Что, я его забрал? Или где он? Блин, он сейчас подо мной сломает блоки. Ладно. Оставлю его в живых. Меня уже стреляют. Понимаю. Мне надо сломать какой-нибудь лаки блок и найти гэплы, потому что
Ну, мало что знает. Я сомневаюсь. О, лук, 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 лук. Есть лук, уже что-то. Змеиный лук. Да ё-моё. Не могу попасть по челюсти. На. 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 Большого сумму. Так, а вот этого челик, он был на грани смерти, но я решил его оставить, но он опять улетел куда-то. Я остался с ним и еще с каким-то челиком. Все в огне, блин. Попал. О, и победа, ребят. Это была легкая игра, поэтому мы переходим к следующей катке. Также, ребят, я вот нашел следующую катку. Также, ребят, я поменял себе скин. Вот такой у меня теперь скин. Вот такой. Оцените его в комментариях, в принципе. Почему бы и нет? Как хорошо, что я собираюсь воду поставить, чтобы сейчас сдох. Палки и сушитель. Офигеть. Змеиный лук. Ну, змеиный, мне кажется, лучше будет, чем паутина. И чё, где челики? Серьезно, нету ни челиков? Понимаю. То есть рядом со мной вообще ни одного челика. Ладно, надеюсь, меня не скинут. Пойду полутаюсь пока что лакин блок. О, еще какой-то лук. Обычный, в принципе. Не очень. А это у нас уже голем. Ля, пипец, какой он быстрый. Я просрал. Иди, петух! Настя, я его убил. Он все равно остался жив. Понимаю. Не-не-не, ну в жопу, ну в жопу их. Ай. Ай. Ну отстаньте. От меня уже. Ну отстаньте. На. Подлетел к телеку тупо. Пошел отсюда. Найс. Сейчас запульну им вот такую бошку. По мне до сих пор кто-то стреляет, я не понимаю. А, вот этот вот челик. На. На. Мне нужна вода. Оп, спасибо, чел. Блин, вода, 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 вода. Меня стреляет так высоко. Ай. Да ё-моё, откуда он стреляет? Да ё-моё, это не человек. Все, он от меня отстал. А нет, вон он бежит. Жалко, у меня нету петухов. Да ё-моё, без петуха найс. Ломаем без колокольчика. Пошел вон отсюда. Помогите, помогите, помогите. Почему его никто не убивает? Что за приколы? Понимаю. Что за приколы? Еще лучше.
короче, ребят, мы эту карту не затащили. В принципе, я думаю, что на этом можно заканчивать видеоролик. Всем до свидания, всем пока. С вами был Стаффи. И до новых встреч! Бай-бай!